Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машину и собаку, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям жить, забыв, что нас призывали великие предки: не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода...